Ну что ж, Райм, хлебная корочка, вот мы и приехали к моему загородному дому, который я арендовал на все выходные. Уху, будем веселиться, пить виноградный сок и рыбачить. Да, рыбалка... Здравствуйте. Опа, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Это вы арендовали дом под никнеймом на сайте Нагибатор2008? Да, я, все верно. Так, сейчас я вам ключик дам от вашей комнаты. А, вы же все комнаты арендовали, точно? Да, мы весь дом взяли, чтобы полностью веселиться и ни в чем себе не отказывать. Так, держите ключи от всех комнат. А это правда, что у вас на обед подают кабанье рагу? Естественно. Отлично, ставлю 5 звезд. Это только ребята, подождите. Вы же деньги уже скинули, да? Деньги возврату не подлежат, ключи я вам выдал. Есть некие минусы у этого отеля, загородного домика. Тут по ночам иногда монстры страшные приходят из порталов. Я боюсь зомби, сразу скажу. Так что вы попытайтесь дом уберечь, а то я вам, во-первых, залоговые деньги сверху, которые вы скинули, не верну. А во-вторых, вы будете на свои деньги новые отстраивать. Весь необходимый инвентарь в сундуках. Это обновляется чё, каждую ночь. Что? Какую каждую ночь? Мы сюда отдыхать приехали, а не отбиваться от толп зомби. Да. А вы читали соглашение под этим домом? А ты читал, нет. Райм? Нет. Я тоже нет. Ну все, а вы уже подписали. Ну что ж, до встречи. Да. Ладно. Ну что ж, Райм, да, я не знаю, может быть это так же, как и в прошлый раз, когда на меня охоту объявили. Поэтому давай посмотрим в инвентарь. Ух, ё-моё, тут какая-то ядерная бомба. Мне не нравится, что тут в сундуках. Ну, мне тоже. Могли бы больше оставить гранат для развлечений. О, трезубец. Им это вилка для того, чтобы зубы в зубах ковыряться. Ну, давай пока что дома смотрим все дела, там, знаешь ли. Так, тут сундуки есть. Осматривай сундуки, может, что-нибудь интересное будет. Может быть, нам стоит с тобой сделать оборону, потому что если он не вернет нам те изумруды, то нам не на что будет питаться. Ну, ладно, до ночи еще далеко, поэтому, боже мой, Райм, уже темнеет. Как быстро время летит. Вот именно. Давай быстренько. Так, что здесь у нас есть? У нас есть гранаты. Тут есть какая-то броня. А не маловато ли у нас с тобой тут будет вещей для защиты? Вот, бери с этого сундука все необходимое. Как будто бы на самом деле очень мало. Как будто бы да. Как будто бы нас убьют в первую же ночь. Тихо. Уже какие-то зомбари идут. Ладно, зомбари это не страшно. Так. Сейчас кину гранату. Я тут ловушки расставляю пока что. Ой. Райм, а ты так аккуратней. Это пока что первая волна. Тут ничего страшного. У нас с тобой целые выходные. Мы тут отбиваться можем с тобой до утра. Главное, дом не разрушить раньше времени. Броня у нас с тобой хорошая. Чё это такое на мне? Ко мне какое-то отравление. Тут зомбари непростые. У них эффекты какие-то. Слушай, в целом это было не так уж и сложно. Да, как для... Ой! Так, надо с ловушками быть поаккуратней. Так, я, кстати, кушать хочу. Может, рыбу половим? Смотри, какой закат. Ой, подожди, меня уже пробивает. Воу! Райм, что это такое? Blaze Gateway. О, что это? Тут портал открылся. Ой-ой-ой, это ифриты. Ифриты? Ой. Какие-то они интересные. Я что-то съел и траванулся. У меня тошнота, Райм, у меня мало хп. Да я бегу, у меня тоже немного. Я так и помереть могу. А что эти порталы не закрываются? А я не знаю, наверное, нужно полностью уничтожить всех. Может быть, гранатой. Ты живешь? Еле-еле. На! Ай, ты меня гранатой задел, за что? Так, тихо, тут порталы, видимо отдых подождет. Нужно сначала с этим всем говном разобраться. А, одно хп, я пойду поищу, что можно перекусить. Дом был поломан, что? Что? Ой-ой-ой. Так. Это не очень хорошо. Ой, у меня пол хп, Райм, пол хп. Давай я добью. Я выжил, послушай, я воскрес прям в доме. Видимо, этот дом нас воскрешает. Это только замечательно, но там... Ифриты эти не пропадают так, от слова со... А что? Магмабол. О, Райм, ты аккуратней. Относительно. Тушить дом приходится так-то. У нас с тобой двери так-то нету уже в доме. Мне бы покушать. Мне бы тоже. Смотри, градус. Что, кажется, где? Кажется, это какие-то напитки. Это о. Плод Хоруса? О, что? Это напиток, это жидкий плод Хоруса. Тут в сундуке лут валялся. Еду. Набираем еды. Пока у нас есть тут пшеничные поля, мы, в принципе, голодать не будем. За это день правда. Нужно подготовиться. Так, меня это не устраивает. Я буду писать в книгу жалоб, какого фига здесь вообще происходит. Но в целом это как своеобразная мини-игра. Почему бы нам так весело с тобой не провести время, да, Райм? Мне не очень весело. Я хочу выжить. У меня одно сердце, я хочу жрать. Да кого это волнует? Просто возьми хлеб. Меня! Забей свой рот булками. Так, все, я добыл дерево, теперь можно ставить дверь. Опа! О, все, нормально. Вроде бы дом теперь вроде не поврежден. А, у нас, подожди. Градус сзади. Что? Ой, ты иди по пенсию, блин, братан. Не надо так делать. Испугался? Нет.
Да-да-да, испугался. Так, ладно, смотрим, что у нас тут есть. Опа-на, у нас есть... Ядрить, у нас сундуки самообновляющиеся, друг. Так. Это круто. Тут какие-то появились ловушки, возьми половину. Вещи какие-то по имбове, возможно, и эта волна... Ночь наступает. Да подождите, какая ночь? У нас только что день был. Ладно. Так. Как-то оно все резко. Очень-очень резко. Да, Райм, я кажется, вижу. Новые волны начались, и зомбари прям здесь. Тут ловушки, тихо. Давай. Ух ты. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лучше пока что паутину ловушки открыть. Так, главное, патроны оставляй на каких-нибудь этих ифритов. Подожди, я пока... Дом был поврежден. Чего? Да ой, они тут зашли, градус, ты где? Подожди, я отбиваю тут волны. Так, ифрита убил. Срочно наверх. Где? Да, реально зашел. Нам не хватало, чтобы дом был поврежден, реально. Зашли, зашли, зашли. Так, я отбил. Градус. Да? Я тебе хочу сказать, что вот эти вот жидкий плод Хорос, это имба. Жидкий плод Хорос. Подожди, у меня тут небольшие неполадки. Водяные ловушки тоже пригодятся, как кого показывает против практика. Ифритов? Так, да-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 да. Я пытаюсь их затыкать, но что-то не особо помогает. Так, ой, смотри. О, это идеальные ловушки против ифритов. Так, да. О, все, они попались. Сзади зомби. Райм, подожди. Ой. Да. У меня пули закончились, патроны. Тут ловушка пустоты. Пули? Что, ну, у меня же были снаряды. Так, дом был поврежден снова, Райм. Это ночь что-то уже вообще не релаксовая. Тут феи, Винкс. Так, подожди. Отвлеки их, прошу тебя, умоляю, кого-нибудь. Они за тобой гонятся. Райм, а здесь даже безопасно. Да и сиди там, а я... меня подняли вверх, феи! Что? Они меня... Я вижу, ныряй ко мне. Как? Я не знаю, как меня, кто меня атакует. Тварь, пошла в жопу. Я бегу к тебе. Главное, не дай им себя что-то украсть. Они видят, что я флора, фея говна, и хотят меня забрать с собой в Алфею. В бочках ничего нет. Фух, вроде бы отбились. Новые монстры появляются, и я не очень рад их видеть. Рассвет, выхода нет. Вернее, выход есть. Где рассвет? Вон. А, ну да, действительно уже. Райм, я не знаю, что да как. Я просто хочу поесть хлеба. Хлеба поесть. И расставить ловушки. Да. Давай вместе поставим. Да, я предлагаю расставлять водяные. Они очень классные. Так, а мне еще, смотри, тут сэндом... Иди сюда, иди ко мне. Молодец. Надо просто знать, где они будут появляться. Вот непонятно, где они появляются. Порталы вылазят. Что? Ты где? Где? Сколько? Лёня, Райм, я лечу. Да. Смотри вверх. Куда просто смотри лечишь? Вверх. Просто смотри вверх. Просто смотришь вверх. Никого нету. Смотришь вверх, да? Ой, а как? Иди ко мне. Иди ко мне. Пока. Прекрасный вид. Я тебе говорю, это имба против каких-нибудь наземных мобов. Они потом умирать будут. Главное, самому на них не попасться. Волны продолжаются. Что? Где? Какая нужно еще... домик отстроить. Домик отстроить надо. А, там вдалеке портал с ифритами. Подожди, мне нужно его отбить. Ай-яй-яй. Так, окей, ладно, я сейчас отбиваю всех ифритов. Без проблем. Где ты ифритов видишь? Да они в лесу здесь почему-то появились. День наступил. Ну, спасибо, что день наступил. Как бы он уже давно наступил. Видимо, какой-то придурок это пишет. Так, я не знаю, что это за тотем. Он у меня уже давно валяется. Я хочу посмотреть, на что он способен. Давай так, нам нужно понимать, что вообще происходит. Поэтому подойди ко мне. Тут еще какие-то ловушки. Я восстанавливаю дом. Дом восстанавливаешь. Хорошо, восстанавливай. Это правильно. Там, кстати, возможно, новые вещи появились. Ой. Ух ты! Райм, у тебя есть какой-нибудь... Офигеть! Ладно. Градус! Сейчас, что? Тут, иди сюда! Смотри, сколько здесь, блин, всего! Голден Ай Тотем! Морковка! И... А почему ты не взял ловушки? Как ты не взял? У меня куча ловушек. А вот здесь в сундуке еще остались с прошлого раза. Так, морковки... Что это? Хеллфур? Хеллчардж? Что это? Ух ты! Ладно, давай пойдем скорее протестим оставшиеся ловушки. Градус, ты подопытный, пойдем! Нет, подопытные черты! Хорошо, пойдем! Давай, мы еще не все... Ну ты нормальный, прям возле дома, а если бы она взорвалась? Ну ты же не хотел быть подопытным, пришлось тебя заставить. Знаешь что, Райм? Ничего. Я эндермен, у меня эндерперлы. Ай, значит не работает на тебя эта штука, окей. Держи крутой меч. А что вот эта штука делает? Я бы боялся этих чуваков, я не знаю, кто они, но эти ловушки мы точно не используем. Тотем, мой тотем почти сломался, пока они меня атаковали. У меня броня, не, броня целая, все. Я не могу их атаковать, что? Я не знаю, в чем их прикол. Не трать патроны на этих говнюков. А я не могу их убить. Ай, я себя ловушку загнал. Почти. Да блин! Райм, мы сейчас взорвемся до того, как... Тут есть одна ловушка у меня, я ее давно с самого начала храню. Тут, короче, ядерная мина. Что?
Не знаю, стоит ли ее брать? Думаю, да, конечно. Ночь наступает. Да ладно, опять. Держи меч, крутой меч. А, у тебя есть. У меня есть. Что-то а все, бьет. Он разрядился, он один удар, все, он разряжается. Ядрить, мадрить, колотить. Офигеть. Райм, твоя братья повылазили. А ловушки-то работают? Работают, правда, у нас, это же Слендермен, они телепортируются. Блин, точно, им вода пофиг. Так, ну давай убивать, что они будут гулять, разгуливать по нашему дому. Стрелять в них бесполезно, так что у нас тут патроны вообще в попку идут. Окей, туда зомбари какие-то довольно быстрые. Я бью их. Вау, что это было? Радус! Спасите! Отбиваюсь. Что-то ломает стекло. А, это пули наши ломают. О, удобно. Что это? Что это? Из портала вышла какая-то тварь. Хорус Бист. А где она? Это из Хоруса монстр. Вот он. О, а, да мы его быстро разберем. Это чудик. Давай. Иди. Сейчас он на ловушку одну. Он не тупой оказался. Я наверху. О! Леня, мы с этим монстром вдвоем полетели в небо. А, серьезно? Он ко мне телепортируется, пытается меня убить. Надеюсь, я выживу. Я не помню, куда надо лететь, чтобы... А, я еще здесь сверху не один. Ой, феи сраные. Так, все, я ныряю в воду, все окей. Я пронесло меня. Нужна помощь, срочно, нужна... Тихо, он опять полетел вверх. Дом был поврежден, да, ё-моё. Ни одну волну мы еще не пережили, чтобы он не был поврежден. Слушай, мне не нравятся наши выходные. Мне тоже, да ладно, нормально, защита дома, все нормально. Иначе у нас будут проблемы. У нас в любом случае будут проблемы. У нас всегда есть проблемы, потому что мы любим приключения. Судя по тому, какой ландшафтный дизайн мы тут сделали, у нас точно будут проблемы. Да, судя по тому, как я чуть не спалил квартиру, которую сейчас арендую, у меня тоже будут проблемы, у меня пол хп осталось. Прости, я не специально. Так специально. Нет! Ну ты уже который раз не пол хп оставляешь. Что? Райм, что? Что это? Что это? Колорота. Тихо. Ух ты! Я бы не стал подходить к нему близко. Лучше... Ну-ка сейчас мы разберем. Какой он красивый и страшный! Круто! О, реально звуки неприятные. Фига. Кажется... Воу! Что за молния? Райм! Где ты? Я впереди тебя. Тут какие-то ученые сумасшедшие. Так давай просто на крышу дома заберемся. Чем мы стоим здесь? Не знаю. Слушай, Градус, у тебя же должна быть ядерная твоя ракета или что там? Не-не-не, мы ее оставим напоследок, когда дом нужно будет взорвать. О! Он уже подбегает! Он в дом. Спаси. Он сейчас дом нам взорвет! Андрей! Здесь патроны. Прям кончились? Есть, нашел. Блин, у меня тоже кончились. Я пойду перепроверю. Еще чарджер какой-то есть. Мы что-то это вот адскую зарядку не проверили. О! Как это работает? Это прикол какой-то. Так, ладно. Ты быстро бегаешь. Давай, я молотком его сейчас бахну. Молотком. На! Ему вообще пофиг. Ра-ха-ха-ха. Где бомба? Хорошо. Сейчас я попытаюсь его заманить. А, не-не-не, мне нужно с этими сначала разобраться. Райм. Я бегу, Градус, отойди! Нужна помощь. Опа. А может и этого гранатами закидать? Нет, а, я что? Пробовал, что? Не получается. Ой, меня чуть не украли. Все, я начинаю стрелять в него просто по КД. Стреляй. Все. Надо его в ловушку заманить. Давай. Нужно, чтобы он ко мне подошел. Я сейчас взорву эту мину, я ее поставлю. Главное, чтобы он подошел, а не я на эту мину наступил. Так, и... Аккуратно, тут все говна. Боже мой, я обосрался. Я мину уронил. Я на секунду. Фух. Я хочу, чтобы она тебя подняла в воздух. Ты не хочу, можно без этого? Мы одного босса убить Илья, не можем. Илья, у него бесконечное здоровье, он хилится мгновенно, это нереально. У меня слепота. Я тебе говорю, мина-ловушка поможет. Дом был поврежден опять. Нашел. Меня украли. Я вижу. Фоларота, мину поставил. Он вообще тупой, он подняться не может. О, воу, что? Что? Градус взорвался, я же жив. Где? О, что это? У меня тотем... Офигеть! Что, я умер? А где я? А, ну да, меня же дом защищает. Дом был тут поломан. Ты посмотри, какой взрыв. Что ты сделал? Мы зато убили того монстра. Отлично, как раз день наступил. Так, ух, ядрить, мадрить. А у меня брони больше нет. Она сломалась. У тебя, я смотрю, тоже день наступил. А что у меня? Замедление. У меня броня тоже сломалась, реально. Ай! Ну, Райан, ты... А что, смотреть по сторонам? Я упал за ловушку. Тяжело. Да это реально какое-то минное поле. Попробуй пройди, не облажаться. Я не уверен, что я хочу вообще платить за деньги за этот номер, но мы уже заплатили. Да, главное, чтобы не заплатить еще больше, а то мы будем потом всю жизнь в долгах сидеть. Давай его захреначим, как он вернется. Давай. Сделаем как раз из него жареного кабачка. Нет, кабанье рагу. Кабанье рагу. А что за мем с кабаньем рагу? Не знаю. Просто нравится кабанье рагу? Просто, да. Ну ладно. У нас есть еще территория, которую мы не апгрейднули. Какую это? Ну вот все как раз вот здесь справа, где поле. О,
Ядрить, а у нас полдома снесло. Нам, походу, залоговый точно не вернет. Охренеть! Это, если что, моё. О, нормально, нормалды. Давайте заценим. Спорим, у меня броня круче, смотри. Подожди, у меня тут какой-то фулгал. Все нормально. Ага. То есть терять уже нечего, да? Да, все-таки сломалось. Давай так. Ой, у нас и ступенек уже нет. У нас и двери выбиты. Помогите! Я буду с крыши, добрые. Я на крышу. Помогите! Я на крышу, подожди. Зачем? Помогите! Ну вот и ладно. Что? Сам. Я сильный и независимый. Без твоей помощи справился. И хорошо. У нас реально дом просто по кускам раз... Ну да, терять уже нечего. Ну все, будем ждать последнюю ночь. После этого у нас уже аренда заканчивается. Ну что ж, мы долго просидели с тобой тут и... Рай, мне все равно твои удары. Наступает. Опа, опа, градус. О, смотри. Воу, порталы открываются один за другим. Ладно, пока справляемся. Пока не сложно. Так, слева появились порталы. О, они один за другим. Справа. Райм, к нам забегают в дом, им вообще пофиг. Кажется, дом поврежден, даже уже не пишется, потому что он слишком сильно... А, нет, да. Все-таки. Воу, молнии шарахают. Это значит, какую-то из волн мы все-таки уничтожили. Ух ты, градус, тут какая-то хрень. Воу. Это босс какой-то! Надо его уничтожить. Я вниз, походу, нырять буду. Что? Что это за глаза у меня появились? Ничего не вижу. Градус, Golden стой Gaze. На месте, тихо. Ты почти... Стой на месте! Так, ты тихо. Чуть не упал. Тихо, подожди, у меня какой-то эффект глаз. Я ничего не вижу. Пол хп. У тебя есть что-нибудь? Надо хилиться. Все, эффект говна прошел. Я убегаю, Райм. Я убегаю. Беги в дом. Беги в дом. Только дом нас и спасет. Правда, вот дом у нас из говна и палок. Ну да ладно. Как? Куда мне забежать, чтобы выжить? Опять эти глаза. Я ничего не вижу. Мне стрёмно. Я упал. У меня одно сердечко. И убил квадрата. Что? Когда этот эффект пройдет? Походу, нам нужен план отхода. План отступления. Мы не сможем выжить и спасти этот дом. Так, а ты где? Слишком сложно, мы слишком неопытны в этом. Я в какой-то из комнат. Заходи ко мне. На втором этаже. У нас только что взорвалась часть комнаты. Бежим отсюда в лес через пшеничное поле. Нет, походу единственный выход это только запрыгнуть сейчас очень высоко, прыгнуть в озеро, а потом уплыть. Поэтому давай за мной. Давай. Градус. Ты первый. Прыгай сюда. Опа. Мы прыгиваем туда, в сторону озера, давай. Я прыгаю, а я уже падаю вниз. Нифига не вижу. Надеюсь, я не переборщил. Я в воде. Ты в воде? Я тоже. От берега. Фух. Все, давай. Плывем отсюда. Ну что? Нафиг. Ребята, видимо, нам не повезло с этим всем. Но если мы еще попадем в такую ситуацию, то мы уже будем на опыте. Знаем, что как работает. И, Райм, даже после того, как мы защищали твой дом, все равно нам не хватило сил отбить дом от напастей. Да, это были очень ужасные выходные. Мы ужасные выходные. Больше мы не будем так... Ладненько, ребята, если вы наберете 20 тысяч лайков, мы еще снимем что-нибудь из рубрики «Защиты дома». Будет это на канале Райма и на моем канале. Или только на канале Райма. Там как повезет. Всем удачи, всем пока. Меня засасывает портал.